Вот последние данные из зоны воздушной операции, которые только что сообщили в Генштабе Вооруженных сил. За последние трое суток наши самолеты совершили 164 вылета. Поразили более 1500 объектов террористической инфраструктуры. Штабы, лагеря подготовки боевиков, подпольные цеха и хранилища со взрывчаткой. Наши летчики поддерживают сирийские войска по всей линии фронта. Одна из основных целей – город Ракка, главный оплот запрещенного в России исламского государства. При поддержке российской авиации отряды сирийской демократической армии под командованием Аймана Фляд-эль-Ганима ведут наступление на столицу ИГИЛ, город Ракку. В результате этого наступления от экстремистов освобождено около 20 населенных пунктов. Установлен контроль над стратегически важным объектом – плотиной через реку Ефрат в Эль-Ахмаре. В настоящее время отряды сирийских патриотических сил продолжают развивать наступление.